На сухом лимане в 10 километрах от Одессы лебеди зимуют каждый год. Кормить их приезжают жители Одессы и Ильичевска. Хлеб птицам приходится отвоевывать у соседей, чаек и уток. Пернатые слетаются со всего юга Украины. Их привлекает не только микроклимат, но и растущие только здесь водоросли. Есть такая трава завтера, или в простонародье канка, из которой матрасы делают. Она там прорастает. Это полусоленый лиман, и они ею питаются. Там нет антропогенного фактора беспокойства, там никто их не стреляет, охотников нет. Больше того, лебедей даже подкармливают. Правда, этой зимой таким волонтерам приходится ютиться на грязном пятачке у дороги. Раньше, говорят, ходили на причал, но теперь и территорию огородили, и сами мостки разваливаются. Забор, видите, стоит, уже надо по воде идти. Сейчас вода просто упала немножко, летом-то вода поднимается, и уже не пройдешь. Убрать ржавеющую рухлядь, которая и вид портит, и экологии вредит, несложно, уверены защитники природы. Но заняться этим некому. Два мужика подошли с сварочным аппаратом, срезали, вывезли на металлолом. Вот эта вот труба, это бывшие какие-то технические, от какого-то, наверное, еще а-ля Брежневская было. В мэрии Ильичевска событиям пояснили, земля частная. Но кому именно принадлежит, не уточнили. Областные власти и вовсе в комментариях отказали. Ирина Яковлева, Юрий Станков, события, Одесса.